Это лето они запомнят надолго. Сегодня в лесной сказке немного грустно, но все же закрытие смены – это всегда праздник. Все отдыхающие в лагере ребята и их вожатые активно готовились к его проведению. Отряды представили яркие номера, в которых каждый старался раскрыть весь свой творческий потенциал, а главное – подарить всем присутствующим хорошее праздничное настроение. Лето так быстро пролетело. Наверное, и вожатым тяжело с вами расставаться, и вам друг с другом. Но вот то счастье, которое вы здесь обрели, счастье взаимного общения, счастье создания сказки своими усилиями, своими делами, добрыми поступками, оно с вами останется навсегда в вашем сердце. У нас с вами было много ярких, интересных мероприятий. И я хочу, чтобы те эмоции, которые вы получили за эту смену, грели вас все 9 месяцев. В особой атмосфере лесная сказка завершает свою летнюю оздоровительную кампанию. За время третьей смены школьникам удалось узнать много нового, интересного, познавательного и, конечно, основательно отдохнуть перед новым учебным годом, который промчится стремительно, а это значит, что уже совсем скоро многие из них встретятся вновь в любимом лагере, который всегда ждет своих ребят. Анна Балиец, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».